Художники – это такое братство, знаете. Мы художники-летописцы. Вот мы стараемся что-то вот как бы запечатлеть, чтобы это осталось для истории хотя бы. Это место должно начать играть с автором, и тогда все сложится. Хотя бы еще что-то, еще успеть. Хочется объять необъятное, но привезти немножечко кусочек Курска с собой в город Орел. Храмы, памятники архитектуры, неизвестные уголки частного сектора. Любимые темы всех живописцев в нашем городе представлены в изобилии. Вот торжественный дом офицеров, способный рассказать множество театральных секретов. А это площадь Добролюбова, динамика старинного города. Вот картина «Контраст» – пасмурное утро с ярко раскрашенными домиками. Или Курск кинематографичный, похожий на декорацию одного из фильмов. Город, конечно, поражает своим вот этим православным каким-то вот таким отношением к культуре. Много сохранилось старинных вот построек, домиков. Многочисленные православные храмы и бездонное курское небо. Вот что поразило художника Юрия Казакова. Жизнь города прочувствовал и его коллега из Липецка. Такой живой, такой гостеприимный. Этот холст Вадим Колобовников оставил здесь, в Курске, в благодарность за прием. Вот панораму города нас вывезли, и вот очередной Курянский холм. Мне понравилось, что город на холмах, то есть это создает такую многоплановость города. И вот с одного холма видно панораму города. И погода еще так благоволила, то есть было тепло и солнечно. Очень здорово. А город действительно живой, потому что ну, чувствуется, что городом занимаются. Строятся и социальные объекты, и спортивные объекты. Ну, здорово. И опять же, все это в сочетании с архитектурой, я повторюсь, которая представляет уже историческую ценность. Это замечательно. А вот художницу из Орла Яну Потокину заворожил старинный дом в Ахтырском переулке. Совсем скоро его снесут как аварийный. Но дом счастливо доживает последние дни, радуясь солнцу и редкому гостю. Этот домик немножко привлек внимание, остановились необычностью архитектуры и то, что он основан в 17 году. И жил в нем священник храма Ахтырского. Поэтому дом с историей. Очень красиво то, что на холмах город расположен. Вообще рельеф очень местности красивый. И люди очень добрые, и такой позитив от них исходит. Подобралась очень хорошая группа. Все ребята очень талантливые. Вот. И все разные. И это здорово. Вот, когда на пленэре вот как-то вот одинаково подбираются, допустим, академисты там или вот хорошо, что все художники очень разные. И выставка как раз вот соответствует. Все организационные вопросы, касающиеся пребывания гостей в Курске, взяла на себя городская администрация. Художники, в свою очередь, подарили по две свежих работы в муниципальную коллекцию. 20 лучших, которые мне было, так сказать, жаль отдавать художникам. Мы их отобрали для музея города Курска. Я думаю, к тысячелетию города Курска будет хорошая картинная галерея. Вот именно в картины, на полотнах будут запечатлены уголки города Курска, которые останутся, конечно, в памяти для многих и многих поколений. Один из рабочих дней художники посвятили коренной пустыне, вдохновились ее красотой и написали десятки этюдов в память о святой земле. Вообще здесь как бы вот прям чувствуешь, что светлое место и намоленное. Сложно понять атмосферу в течение, конечно, короткого промежутка времени. Но вот если у меня времени было побольше, наверное, я как бы более объективно мог оценить. Мне нравится. Храм живоносного источника – бескрайние дали Золотухинского района. Молодой художник Евгений Кострюков коренной впервые. Говорит, курская природа его не удивляет, слишком похожа на родную, воронежскую. А вот архитектура… Мне вообще Курск напоминает город Харьков чем-то. Не знаю почему. Вот иногда просто пишешь, и тебе кажется, что ты на Украине.
Для сумчанина Игоря Василевского эта поездка тоже стала своеобразным художественным дебютом. Живописец признается, коренная напомнила ему о Молчинской пустыне, что в Путивле. То же раздолье, тот же хрустальный воздух и храмы, от величия которых захватывает дух. Это такое вот место намоленное, и всегда здесь такая Божья благодать, которая человек просто, вот я как сюда вошел, у меня просто такое вот приподнятое все, все такое. Божья благодать здесь присутствует. Город потрясающий, такие вот много очень храмов, святынь православных. Это настолько впечатляет. Курскую область на пленэре представил Валерий Васильев, член профессионального союза, преподаватель Железногорского художественного техникума. Я вообще-то здесь, когда приезжаю с детьми, вот, в основном дети приезжают с Беларуси, с Украины, вот. Некогда писать, то есть 30 человек нужно обойти и вообще-то с ними поработать, как-то подсказать им, конечно же, не доводилось, а вот сейчас вот как-то приятно, конечно. Руководителем пленэра, как и в прошлом году, стал наш земляк, заслуженный художник России Валерий Мазуров. Ответственно, естественно, как любое дело, которое поручает Союз художников. Вот. Ну и в то же время, конечно, остается память и встречи, и обмен какой-то творческий идеями, информацией. Очень дружелюбные, все очень как-то сдружились, буквально прям на ходу. Ну, многие друг друга знали по пленэрам в других городах. Ну, в общем-то, мы выставляемся на одних и тех же больших выставках на российских. Поэтому самое, что ни на есть, такая, в общем-то, братская атмосфера. Сумы, Полтава, Гомель, Белгород, Липецк, Орел, Ярославль – художественно-географическая палитра. 10 живописцев, на время растворившихся в курском воздухе. Каждый из них уже уехал к себе на родину. Каждый из них увез домой частичку древнего города. Город Курск старожитный, юбилей отзначая. Хлебом сонечно-житним юн гостей привечая. Курск віншують за межа, городи побратимы, звони звонять на вежах, славить город любимый. Курск наведали стольный, Гомель, Сумы, Полтава, Сім, зникая повольно з Соловьиного края. Портреты XVIII века, это общепризнанное мнение, всегда отличал сословный характер. Немного найдется изображение, где не ясно, кто перед нами. Красавица бесприданного или знатная дама, прекрасный, но бедный кавалер или монарх. И все же есть примеры портретов, где костюм модели несколько озадачивает зрителя. Одна из таких картин хранится в Курской картинной галерее. Пожилой мужчина с морщинистым лицом, на голове остались лишь редкие седые волосы, неприкрытая старость и мудрость, живущая во много повидавших глазах. И все же одет старик совсем не так, как традиционно одевались герои парадных портретов, пусть даже и редуцированных. В XVIII веке модель часто представлялась или даже презентовалась в самом лучшем виде. Все объясняется достаточно просто. Уже начиная с 17-го столетия мы нередко встретим в портретных изображениях людей, одетых по-домашнему, без париков и напудренных волос, без мундира и тех жестких парчевых камзолов, в которых они бывали одеты в случаях официальных и парадных. Расстегнутый ворот, халат или любая другая свободная одежда означает, что перед нами портрет личности творческой. Художника, поэта или философа, в любом случае человека, далекого от придворной и военной службы. Эта живописная традиция сохранится надолго. В русском изобразительном искусстве она представлена домашними портретами Пушкина, Толстого или, например, Даля.
Точно так же и с этим портретом, который принадлежит немецкой школе второй половины 18-го столетия. У этого портрета очень хорошее происхождение. Он попал к нам из губернского краеведческого музея, куда в свою очередь попал из усадьбы князей Борятинских Марьина. Искусствоведам еще предстоит разгадать, кто изображен на этой работе. Типологически она схожа с изображениями Вольтера второй половины 18-го столетия. Но в ней нет той знаменитой ироничной улыбки, присущей портретам фернейского старца. При желании можно найти целый ряд ученых того времени, которых можно ассоциировать с героем нашего полотна. Но пока это остается загадкой. Может быть, это было загадкой для самих владельцев, потому что мы не видим никаких маркировок на тыльной стороне. А вспоминая о том, что Иван Иванович Борятинский, когда путешествовал в первой четверти XIX века по Германии, покупал целые галереи и писал об этом своему поверенному Федору Александровичу Голубцову, что в Дрездене я купил целую галерею, в общем, можно предполагать, что уже и в это собрание эта работа могла попасть. Как некий почти анонимный портрет философа или портрет поэта. Традиция собирать портреты ученых, литераторов и философов существовала издавна, особенно в Германии. Известна и привязанность Борятинских к немецкой художественной школе. Это и неудивительно. Члены именитой семьи находились в родстве со многими немецкими княжескими домами. Здесь явно человек достаточно знатный, состоятельный. Его халат из бархата с зеленым бархатным же воротником, белоснежную рубашку связывает, шейный платок поддерживает у горловины. То есть перед нами портрет вот такого аристократа, аристократа духа. Так что задача на ближайшую перспективу – найти, сознательно или случайно, того, кого изображает этот портрет. На этом наша программа подошла к концу. Помните, все забывается, остается лишь культура.